Всем привет, меня зовут Никита, вы на канале Wolf Rosenfire. Сегодня я продолжаю проходить Uncharted 3 Иллюзии Дрейка. В прошлой серии, как вы помните, мы выбрались почти из логова пиратов, и также мы начали спасать Салли. И, ребят, самое лучшее будет поддержка для меня, это, конечно же, ваши лайки и подписки на канал. Ну что, погнали. У нас новая глава, кладбище кораблей. Так, попробуем его вырубить нахрен. Не знаю, что из этого выйдет. Меня заметили сразу же. Не успел я оглянуться, и меня тут же заметили. Вот так ты тебе, придурок. 30 убийств из калаша. Это хорошо. Так. Ну-ка, ребятки, сюда идем. Как вам такое? Как вам такой сюрпризик? Да как он до сюда докинул-то? Эй, чувак, ну-ка переставай свои деяния совершать. Так, еще кто-нибудь здесь есть? Он был один. Он где-то здесь шастал, нет? Чё-то я его не вижу. Наверное, умер. Или убежал куда-нибудь. Понял, что с Нейтом нам лучше не связываться и убежал нахрен. Какое-то другое место. Так, там я вижу, что стреляет уже с пулемета, да? Или просто обычный калаш был использован. Нет, скорее всего, вот этот вот чувак стрелял. Я уж думал, там пулеметчик того и гляди где-нибудь стоит за пулеметом и хочет меня убить. Так, ну что, куда там нам лезть-то надо? Не сюда, очевидно. А, я так предполагаю, что надо на веревочку запрыгнуть, да? Нет, он до веревки не допрыгнет. Значит, надо лезть куда-то сюда. Очевидно, да? Сюда тоже не допрыгивает. Интересный ты чел. Значит, сюда. В смысле, не сюда? Ты же можешь запрыгнуть. А, вижу. Слушайте, а я и не знал, что нам надо на этот корабль. Ну-ка, давай, опускай лебедку. Держись, Салли. Я иду. Да, держись, Салли. Идем мы с Нейтаном спасать твою жопу. От таких-то приключений. РПЖ, сраный РПЖ! Чувак, ну ты был бы поосторожней. Надо было сначала обследовать, нет ли там кого-то. Нам нужен катер. Там наверняка катер стоял, а я сейчас тупанул. А-а-а! За ним не надо погони совершать. Надо просто убить всех этих людей. А что там за чувак? Ну-ка, сдохни. Ха-ха, сейчас подорвется. Вот нравится, нравится мне этот момент, когда у них в руках граната взрывается. Прям мне доставляет удовольствие на это смотреть. Так, еще минус один чувачок. Убил и даже не вспотел, ребят. Как я, а? Так, ну что, продвинемся дальше. Посмотрим, кто у нас там остался. А, черт. Блин, опять подумал, что это пулеметчик. Но, слава богу, нет. Вообще, сейчас в планах есть пройти Дэдпул и Rise Son of Rome. Я понял, что нам туда надо идти. Я же их еще не убил. Вот, Rise Son of Rome я, короче говоря, недавно купил за 140 рублей, ребят. Что очень дешево, но я думаю, вы со мной согласитесь. Уж не удержался, решил купить игрульку. Потому что, ну, сами понимаете, цена копеечная. Почему бы не купить, раз так, такой ценник низкий. Ну и затарился этой замечательной игрой. И, ну, скорее всего, пройду вместе с Дэдпулом для вас. Я не знаю, ребята, это такие предположения.
Я точно говорить не могу, пройду я это или нет. Ну, просто предполагаю, что смогу, в принципе, пройти, потому что игрульки довольно-таки интересные. И когда я вам говорю то, что я пройду ту или ту игру, я могу ее и не пройти, потому что могут быть какие-то конфузы произойти, то есть. У меня, допустим, что-то не получится записать. Может быть, какие-то проблемы в колледже, допустим, будут. Или, у меня не хватит денег на игру. Тоже такое может быть. И из-за этого я не пройду. То есть бывают разные причины. Но если есть время, есть средства, так скажем, то для вас с радостью пройду эти игры, которые я сейчас вам озвучил. Ну, я их уже купил, и думаю... Ну, тут пул, на самом деле, еще не купил. Да черт возьми. Странная волна. Черт возьми, что со звуком нахрен? Опять эта фигня. Ну нет, вы же меня забыли. Буду надеяться, что это из-за наушников. Вот такие вот. Такой вот звук фиговый. Черт возьми, я что-то не допрыгнул. Может, если я поменяю наушники, то все будет хорошо. Я не знаю, ребят. А, смыло, да, оружие? Ну, Дэдпул я еще не купил, а вот Rise Son of Rome я уже купил, как уже сказал. Дэдпул, думаю, скачаю и тоже пройду. Игрушка довольно угарная. То есть, смотрел на нее некие рецензии. Все говорили, что это полный трэш и угар, конечно. Это игруля. Там была снайперка, ребята. Ну, не знаю, снайперка мне пригодится. Да я думаю, что нет. Негоритос получи. И распишись. Ну, давай, чувак, высовываемся. У меня есть калашик. Чувак, не забывай про это. Ну и меня, конечно же, радует то, что вы смотрите довольно охотно, скажем так, Скайримчик. Да ты чё, су... Получил, говнюк? То есть Скайрим, ну, одна серия Скайрима собирает, ну, в среднем по 70-80 просмотров, что довольно много для моего канала. Вот. Правда, видео сейчас я выпускаю крайне редко, ребят, к сожалению. Как вы могли заметить. То есть, дай бог, 2-3 видео в неделю выпускаю. О, черт. Пробойно. Покинуть корабль. А, черт. Я же забрался? Забрался. Получи, говнюк. Ну-ка, засранец. Кто там меня стреляет? Давай! Куда ж ты? Сейчас ты получишь у меня, засранец. Крабовик выбили из рук. И он сдох. А это еще откуда? Ну что, новый кораблик надо искать. А, сейчас я их рвану нахрен. Ах да, я тоже так могу. Че, нет что ли? Промахнул, сука. Че ж делать-то? Я промахнулся, а RPG, по-моему, еще и нету. Бежи, еще одна есть. Ну-ка. Да что ж ты косишь-то, твою мать. Говно. Коси, блин. Ну еще раз, блин. Искосил. Так, тут еще есть RPG. Не паникуем, Нейт. Попасть трудно, черт. Вот так-то лучше, ребята.
Чё, взорванули, что ли, кораблик? Это замечательно. Но нам тоже пора валить, Нейтан. Давай. Черт, по-моему, меня смело нахрен. 14 глава, сам нарываешься. Кто нарывается? Я, что ли, с Нейтаном? Пади, да, нарываемся мы с ним. Так, у меня есть пистолет. Держись, Салли. Я иду. Карты, деньги, два ствола. Что я сказал, я не знаю, ребят, какой-то бред, как всегда. Хотел очень не смешно пошутить, скажем так. Так, нашли, в общем-то, какую-то побрякушку опять. Так, ну и продвигаемся к Салли, черт возьми. Это что еще такое? На меня какой-то грузовик свалился. А, нет, это катер. Я подумал, что это какой-то грузовик, а это был катер. Всего лишь навсего. Надо залезть наверх. Я так понимаю, нам сюда, да? Смотреть вниз. Готово. И забираемся по лестнике наверх. А где все пираты, мне интересно? Они куда-то подевались, что ли? Или их убили? Например, Нейтан их мог убить. Мне кажется, тут сейчас будет какая-то засада. Ну, потому что куда они могли подеваться? Так, тут закрыто, да? Хорошо. Не тут-то было, да, чувак? И пистоль еще есть. Это хорошо. Это меня радует. Что есть тут пистоль у нас, да, понимаешь ли? Так, нам сюда? Нет, не сюда. Значит, сюда, да? Тоже не сюда. А тогда куды? Что-то я пока... А, вижу. Ну, поехали. Ну, поехали. Твою мать. Тоже по стелсу, да? Все, мы это проделали, всю эту работу. Так, если много пушек, значит будет много врагов. Пригодится. Всегда исходим из этого метода, ребята. Сейчас будет, наверное, какой-нибудь супербосс. Так, посмотрим. Что за нахрен? Не получилось. Что, увидели, что ли, меня, ребят? А может, это не я все сделал? Может, само обвалилось? Вот так подумать не могли? Но нет, они слишком умные. Чёртова карта. Ребята, да? Смотрите, еще и стреляется. А, придавил того чувака, ну это хорошо. Так, это босс, что ли, какой-то? Ты куда? Нет, это не босс, это слабак какой-то. Так, главное отсюда быстренько сбежать, потому что я чую, что нас сейчас нахрен завалят. Так, кто посмел? Ты, что ли, посмел, чувак? Кто из нас покойник, предстоит еще и разобраться. Ты не делай поспешных выводов. Так, побрякушка опять. Кто там? А, чувак. В броне. Так, ну для тебя у меня есть особый подарочек. Всегда на такой случай бывают подарки. Это еще откуда? Так, иди-ка сюда. Ты смотри. Не дохнет ни хрена. Чувачело. Держи подарочек. Ага. Чувак. Ну все, что ли, подох наконец.
Но там есть дровяк с RPG. Так. Кто там снова на меня нападает? Вы что ли, ребятки? Смотрите, не шалите. Так, еще один, да? Давай! Ты смотри, а кто меня убил? Не говорит, то сраный вылез и меня, понимаешь ли, с пистолета убил. Ах, не говорит, тусина. Какой, а? Отважный. Надо вот здесь просто находиться, вот и все, ребят, потому что больше никак. Надо пробить его защиту нахрен. Да ты, сука, хрен ли отбегаешь? Да твою мать! Да что ж ты будешь делать, ребята? Отвлекся и меня тут убили. Понимаешь ли? Засранцы, вот чуть-чуть отвлечешься и все. Хердык, секир башка. Нахрен. Ты меня, знаешь, как задолбал уже, чел, если честно. Вот без обмана тебе, так сказать. Поберегись! Да ты чё, неубиваемый-то какой-то? Неоспоримый какой-то, черт возьми. Чёрт, ты надоел. Да хрен ли ты такой неубиваемый, я не понимаю. Пипец, две гранаты закинул. Наконец-то. Три обоймы надо было у него высадить и две гранаты. Это вообще офигенно. Просто офигенно, нафиг. Надо за патронами сгонять. Потому что без патронов никак, конечно. Пошли. Обратно. А то убьют нас нахрен. Гоняли за патронами, теперь можно и обратно пойти. Это, наверное, специально такое место для меня сделали, чтобы я мог отбиваться и мог прятаться еще. Соответственно. Ну чё, где там, ребята? Особого назначения. Ща вылезут, когда я подойду сюда по-любому. Нет, не вылезли. Все, можем проходить, слава богу, наконец-то. Ребята особого назначения, понимаешь ли. Трюм, да? Спасибо за наводку. Придурки, а? Марка Соло. Ну что? Логово льва. Марко! Ну давай, проходи. Кстати, это... В тренажерном зале такие же двери, прикольная. О, черт. Ладно. Попробуем по-тихому. Ой, что-то я по-тихому не особо хочу. Ну ладно, попробуем. Попробовать стоит, как говорится, да? Попытка... Твою мать, не пытка. Но почему ты его не можешь убить? А, вот сейчас можешь из-за укрытия, да? Так, Тау снайпер. Ух ты. Вот эта пушка серьезная, я смотрю, да? И тут еще серьезные ребята, понимаешь ли, тут стоят, да? Бежим! Не лучше была идея кидать гранату, ну да ладно. Там чувак здоровенный. С дрободаном подоспел. Это не он, но все равно тоже чел опасный, да? Получил, говнюк? А вот и чел с дрободаном. Ну-ка. Трус. Я трус? Ты чувак? Ты где? Сука, вот со спины подходит, хрен поймешь откуда, блин. Когда они подходят со спины. Не догадаешься обернуться назад. Так, чувак, ты давай мне тут нахрен не шути. Шутки свои шутить будешь в другом, сука, месте. А
сейчас дерись нахрен. Опа. Пошел ты. Да ё-моё. Тарбада надо взять. Ты смотри, а. Блин, ну чё ж ты не уходишь оттуда? Я ж заговорился, черт возьми. Ладно, давайте снова. Снова, как говорится. Так, и... Давай еще раз его убивай. Не буду в этот раз гранат кидать. Это была глупая затея. Так. Хедшотик этого убьем. Этого. Он выбежал хер здоровый. Черт, промахнулся. Так. Куда отступать можно? Я просто думаю, ребят. Куда здесь можно отступить, так, чтобы меня не поранили? Ой, черт возьми. Здоровый хер куда спел. Все. Еще сволочь. Так, берем. Да что ты будешь делать? Да. Твою мать. Ну, черт возьми, как от них убираться-то? Нет, ребят, ну это не серьезно как-то. Надо какую-то тактику против них предпринять, потому что, ну, больше никак. Бери у него этот магнум. О, думаю, ребят, думаю, на самом деле, что против этих ребят предпринять, потому что ребят, как вы можете заметить, серьезные. И шутки со мной шутить не будут. Ну и чё за нахрен? Пошёл ты. Опа. Да сука, ну что ж ты такой тупой? Так, сваливаем. Драпаем, так скажем, да? Так, ну что там? Чувачок идет ко мне, что ли, здоровенный? У меня только УЗИшка осталась, ребят. Из УЗИшки, что ли, у него шмалять? Опа. Пошел ты. Ты смотри, снайпер подоспел. Неожиданно. Опа. Ребят, вы чего? Вы что такое творите? Ты чё, сука? Взорвался, да, чувачок? Блин, ребят, уже начал заговариваться на самом деле, потому что нужно сконцентрироваться на поединке. Ты смотри, какой, а? Чувачок. Крепенький, да?
Ну-ка, иди сюда. Сейчас тебя размотаем. Ага, готов. Еще один. Я с вами хоть... Нет, целый день воевать не буду. Передумал насчет этого. Ты еще не дохнешь-то? Наконец-то. Так, вон он сверху. Минус один. Снайперюга. И где там второй был? И минус второй снайперюга. Так, еще один чувачок, да? Не из робкого десятка. Все, что ли? Нет, еще не все. Дайте хоть перезаряжусь. Черт. Опять. Засранца. Ты смотри, а. Что творит? Черт. Чувак, не из робкого десятка, твоя мать. Я его даже не заметил. Черт. Да хватит уже прикалываться надо мной. Я просто хочу как-то его выманить и убить. Пошел ты, чел. Ну, давай, высовывайся. Че застрял-то? Они что, бесконечными волнами будут переть на меня? Или... или это когда-то закончится? Найдите его. Так, рванул. Чувачок. Он, по-моему, своего подорвал. Ну, высовывайся. Высовывайся. Да ты какой-то непробиваемый, я смотрю, да? Точнее, он пробиваемый, просто я косой. На самом деле. Ни хрена попасть не могу. Все, наконец-то можем сваливать отсюда. Патронов, конечно, не ахти. Но я думаю, мы с этим справимся. И чё? А, ну секретуху нашли, и то хорошо. Нам, очевидно, не сюда. Или подожди, или сюда. Я думаю, больше некуда пойти, по-моему. Значит, сюда. Просто надо было идти в другую сторону. Но зато я секретуху там нашел. Надо спуститься в трюм. Найди Салли. Да, если он начал говорить о Салли, значит мы идем туда. Надо спуститься в трюм, говорит. А чё ты так ходишь, как будто в штаны насрал? Типа по стелс ты убиваешь, да, я смотрю? Так, прошел чувачок. И умер. Опять по стелс все делаем, как всегда. Тут фонари, блин, повсюду. Плохо видно из-за них. Наверное, сюда. Как бы это смешно не звучало. Ну, когда эти в глаза светит, конечно же, плохо видно из-за них. Я про это имел в виду, ребят. Что-то там куют, что ли? Или кто-то идет, я понять не могу. Так, там сзади ничего не было? Нет. Ну, я просто думал, может быть, там какая-то побрякушка есть. Что тоже может быть. Вон он. Что у него там, Бугатти, что ли? Прикольно. Бугатти это всегда, черт возьми, прикольно.
Салли! Салли, это Нейт. А мне кажется, это не Салли. Салли! Хотя, может, и Салли. Салли? Да это не Салли, ни хрена, ты посмотри на него. Сейчас какой-нибудь чубрикос, которого мы... Это не он. О, черт. Ну, а вот и Толбот, да? А, пирачка. У тебя проблем. Покончим с этим раз и навсегда. Салли у тебя нет. Конечно нет. Я врал. Не забывай. Я же говорил, что его там нет. И бизнесмен, да? Смейся, смейся, пока можешь. Асара! Ха, на нахрен! Пирачку подстрелили. А, не убили его? Я думал, убили. 15-я глава, пан или пропал. Черт возьми, а патронов-то нету. Тут еще хрен здоров подоспел. В то время, когда у меня нет патронов. Ай, сам себя подорвал. Что ты будешь делать, а? Какой я? Дело дрянь. Ну на, держи еще одно, здоровяк. Так, с двух гранат он умирает, это хорошо. Так, берем патроны и сваливаем отсюда. Еще чувак присел. Все, что ли, умер? Падла! Я тебе покажу, говнюк. Что-то все под откосом каким-то. Не очень удобно сражаться. Мы тонем, вы не заметили? Да не так же кидает, ну ёшкин кот. Получили, ребята. Ты сдохнешь когда-нибудь, нет? Да ёшкин кот, это никогда, по-моему, не закончится. Плохо, очень плохо. Это очень плохо, я соглашусь с тобой. Да куда же он ушел-то? Ну, чувак, высовывайся. Черт возьми! Что ж делать-то? Надо выбираться! Ага. Давай попробуем. Если это вообще возможно. Is it possible? Or impossible? Impossible, точнее. Насколько я помню, невозможно. По-английски. Impossible, да. Твою мать! Я так понимаю, сейчас водичка хлынет, да? Куда мне идти-то? Да блин, я просто не понимаю. А, здесь надо было перебираться. Что-то я тупанул. Ух ты, водичка хлынула. Что, побежали? На, нахрен. Ну давай, убирай эту хреновину.
Да куда? Я просто не понимаю, ребят. Как нырнуть? Так. Вот что ли надо было открыть? Блин, ребят, ну тупанул. Я просто не знал, что надо было сюда подплывать. Плывем нахрен быстрее. Пока не умерли. Фух, слава богу. Это было близко, да? Черт возьми. А вон бронежилет. Ой, спасательный жилет, точнее. Твою мать. Лезем. Давай, 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 твоя мать. Куча воды. Куча воды, черт возьми. А где верх? Ну хрен знает. Все перекосилось, черт возьми. Да, блин. Опять что ли лезть? Да, там лезть-то. Господи, это какое-то сумасшествие, ребят. Сюда. Ну-ка. А вот и водичка подоспела, да? Охренеть, да? Действительно, охренеть. Надо валить отсюда поскорее. Пока вода еще не нахлынула. Пираты, я так понимаю, все подохли нахрен. Я так думаю. Тихо. А это все из-за того, что он кинул гранату, что ли, я так понимаю? Судно подорвалось там. Он, наверное, кинул гранату, где пропан был. Вот. Вот как раз так и глава называется. И все рвануло к чертям собачьим, я так думаю. Так. Ну-ка. Хоть лифтом лучше сейчас не пользоваться, я так думаю. Черт. Сейчас рванет же нахрен. Нет, нет, нет. Ну и что делать? Твою мать. Это какое-то сумасшествие, ребят. Хуже просто не бывает. You really crazy, man? Нет, бывает. Ага. Куда прыгать-то? Ну-ка, давай. Твою мать, сзади! Ух, слава богу. Надо же. Это прям везунчик, я смотрю. Так, патроны хоть появились, да, не, в небольшом количестве. Пора валить из аквариума. Да, твою мать, кто-то еще выжил. Шармут! Сука. Ну, прощай, Хабиби! О нет, сумасшедший! Бежим, 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 бежим. Ага. Бежим, 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 бежим. It's really awesome. Хотя, что я вам говорю, ребят, это не круто ни хрена.
Че, он умер, что ли? В смысле? А, нет. Все так должно быть. Я думаю, что нас сейчас Салли подберет или Ленок. Мне почему-то так кажется, ребят. Не знаю почему. Выплыл на берег. Замечательно. Его, короче, отнесло на берег. Какой интересный поворот событий, ребят, все же. Довольно интересный, скажем так. О, мы в пустыне, круто. Отвали. Я не отдам тебе свою еду, да? Вот удача. Ага. Как жизнь? Это снова Йемен, что ли, хочешь сказать? Ладно. Ладно, да. Да, я поняла. Перезвони мне, если вдруг. Все-таки. Они Нейтана, наверное, да, ищут. О, боже. Я перезвоню. Нейт. Эй. Это прям фантастика, ребят. Это же неприлично. Заткнись. Я думала, ты в самом деле погиб. Не. Ты цел? А что? Что с Салли? Он жив. Слава богу. Но его схватили. Что? Где? Сейчас они направляются в пустыню. Пошли. Эй, стоп. Погоди. Кто его опять схватил? Не торопись. Марлоу, что ли, это чокнутая дамочка? Или Толбот? У них не меньше двух нейфор. Еще хуже, так, да? Просто не догнать. Хоть. Попробуем. Слушай. Угу, попробуем. Есть идея. Но права на ошибку не будет. Ну и что ты предлагаешь? На летном поле стоит их грузовой самолет. Они хотят сбросить припасы тем, кто в пустыне. Надо попасть на самолет. Именно. Ты осознаешь, что придется прыгать с парашютом? Не в первый раз. Ну-ну. Ладно. А чё, вы уже прыгали, что ли, с Леной это, с парашюта? Нет. Я чё-то не припомню, может, в предыдущих частях? Так что лучше поспи пару часов. Нельзя сейчас терять время. Давай. Да ладно, тебе сон не помешает, а то того и гляди. Откинешься. Правда, собиралась туда одна. Это же Салли. Конечно. Ты настоящий друг. Я знаю. Нет. В смысле, ты... Больше, чем друг, да? Я поняла тебя. Я не хотел. Знаю. Приехали. Это военная база, что ли? Держи. Эх, как же я не хочу стрелять. Я тоже. Надо проскочить незаметно. Если нас засекут, убьют на месте. Так, ну ладненько, ребят, давайте на этом закончим. 16 глава, второго шанса не будет. В следующей серии мы ее начнем. Сюда. Сейчас. Можно пройти. Они замолкнут. Хорошая мысль. Помоги поднять. Сейчас, подожди, Ленок, подожди немножко, хорошо. Все, ребят, всем удачи и всем пока.